Добрый вечер, друзья. Меня зовут Женя Сугак, и вы смотрите третий выпуск 10 вопросов белорусским политикам. Каждую среду на Маланке я задаю острые и важные спорные вопросы, ответы на которые нам необходимо знать для понимания будущего нашей страны. Задаю я эти вопросы активистам, представителям разных политических структур и политикам. Это проект дискуссионно-аналитического клуба «Пятая республика» при поддержке Маланки и reform.by. И сегодня у меня в гостях Юлия Мицкевич, это гендерная экспертка и соосновательница фемгруппы КС, а также Юрий Губаревич, председатель движения «За свободу». Привет, друзья! Добрый вечер! Привет, Женя! Я вам вкратце расскажу, что сейчас будет происходить. Я задам вам 10 вопросов, попрошу отвечать вас на них по очереди. Если у вас возникнет желание поспорить с друг другом, не знаю, опровергнуть точку зрения собеседника или доказать свою, то, пожалуйста, вы вольны это делать. Единственное, что я иногда буду вас немножко держать в рамках времени, потому что у нас есть час или около того. В конце будет очень короткий блиц из нескольких вопросов. Ну что ж, очередность мы можем определить сейчас, можем определять ее в течение всей передачи, у кого как будет готов ответ. Так что смотрите сами. Давайте начнем. Первый вопрос касается Конституции. Важно решить, что мы делаем с Конституцией. Мы возвращаемся к Конституции 1994 года, мы оставляем ту Конституцию, которая есть сейчас, или мы вообще пишем новую Конституцию. И если вы склоняетесь к созданию новой Конституции, то кто должен участвовать в ее написании, в ее разработке для того, чтобы интересы всех социальных групп были представлены в этой Конституции? Давайте, может быть, с Юли начнем? Дякую. Прошу вас. Могу заступить место? Пожалуйста. Все очень вежливые. Так мы никуда не почнем тогда. Добро, когда уже меня анонсовали, то мой погляд на то, что Беларуси потребна новая конституция, это однозначно так, бо по той конституции, которая зараз існує, немагчыма побудовать демократичную державу. Пытание, до якой версии вертаться, тут, конечно, есть свои за и супрать, бо покидать то, что есть, ну, изнутаки, опошняя самая версия, как мы памятаем, была принята уже после 2020 года, когда первоважная большесть белорусского громадства не признает легитимность Лукашенко и створенных им института улады. Але и попередние все версии, которые принимались на референдумах, они далеки от демократичного идеала. Напомню, как и Конституция 1994 года, которая дозволила у Беларуси усталевать диктатуру. Тому треба умацовывать эти демократичные институты про докладно прописанные процедуры их створения, про створение системы стримок и супротивагов, про надание самостоятельности и полномочий местному самокированию, которое отсутствует в Беларуси, створение системы независимого суда. Для этого, напомню, доведется вельми истотно попрацовать над новым проектом. И такая праца уже ведется. Тут самый головный, напомню, момент, как этот проект Конституции имел достаточно широкую поддержку, может быть, консенсусную поддержку сярод тех политических сил, которые сегодня представляют белорусское громадство. Тогда процесс ее принятия пройдет значительно легче. Дякую, Юрий. Я хочу задать только уточняющее питание. Когда вы сказали, что этот процесс уже ведется, вы имели в виду процесс написания Конституции Анатолием Лебедько и его командой, да? Или вы говорили про что-то другое? Так, именно про эту конституцию я и сказал, и это не только Анатолий Лебедько и его команда, это так само удел разных политических групп, передусім с так званой традиционной оппозиции, это тех партий, которые уже в Беларуси были створены и існуют десятки годов, шмат, какие из них до этого часу заховывают регистрацию. Но я переконан, что и представники новых политических группа, у которой появились после 2020 года, так само имели возможность брать удел, и я думаю, что шмат кто из них так само удельничал в этом процессе.
Я тогда тут хочу сразу сделать ремарку для наших зрителей о том, что я очень советую посмотреть наш первый выпуск, где был как раз Анатолий Лебедько и Иван Кравцов, и у них был очень интересный спор, дискуссия на эту тему, потому что Иван Кравцов как раз-таки убежден, что недостаточно хорошо представлены в написании Конституции сейчас, той Конституции, которую делает Анатолий Лебедько, разные социальные группы, и то есть недостаточно инклюзивно, поэтому я думаю, что это будет интересно посмотреть телезрителям. Спасибо, Юрий. Юля, переходим к тебе. Да, спасибо, Женя, Юрий. Ну, я, наверное, в этом смысле хочу как раз-таки поддержать Ивана Кравцова в том, что он говорил в своей части ответа на этот вопрос, потому что сам текст Конституции – это уже такой последний технический шаг во всем конституционном процессе того, что называется конституционной архитектурой. И, кстати, коль скоро мы упомянули вот, процесс, который был запущен Анатолием Лебедько и той рабочей группой, которая входила в состав по написанию Конституции, как она называется, черновика Конституции Новой Беларуси, в свое время в фемгруппе мы как раз-таки обращались к Анатолию с нашими предложениями, поскольку мы видели, что этот процесс недостаточно инклюзивный и парсипаторный, то есть равноправный, потому что не было понятно, и мы задавали тогда эти вопросы, а каковы, собственно, процедуры и регламент обсуждения всех возможных правок, изменений в проекты Конституции, а также их дальнейшего внесения в этот текст. Что касается самой рабочей группы, это также было не очень понятно, кто входит, например, в эту общественную конституционную комиссию. Тогда был ответ, что из-за того, что часть людей находится в Беларуси, мы не можем озвучивать это, но вместе с тем есть определенные процедуры, которые должны быть соблюдены при составлении, написании не только Конституции, но вообще в работе любой демократической институции или создании любого демократического документа, регламент, принципы и стандарты работы, например, этой комиссии и так далее. В один из так, когда проходило обсуждение этой конституции по разделам, в частности, меня приглашали делать, ну, не гендерную экспертизу, конечно же, но, например, высказать какие-то свои представления, пожелания и так далее. Вот как раз-таки по разделу, что касается прав человека, и там отдельно есть и вопросы гендерного равенства. И тогда еще я обратила внимание на то, что, да, этот раздел как бы написан, но в самой комиссии или группе, которая была сформирована и работала над этим текстом, не был соблюден, например, гендерный компонент, там, гендерный баланс и так далее. Я не знаю точно, но, по-моему, только две женщины входили в состав. И это тоже вызывает вопросы. То я есть, задавала этот вопрос. Я задавала, извини, Юля, да, я задавала этот вопрос Анатолию Лебедько, потому что там как раз мы потом скоро перейдем к гендерной политике. Я задавала этот вопрос и спрашивала, потому что он говорил о том, что обязательно должно быть в гендерной политике равенство и все на своих местах. Я задавала вопрос, сколько же женщин участвует в написании Конституции, но Анатолий сказал, что, к сожалению, не 50 на 50, но вот точную цифру он так не решился назвать. Я теперь понимаю, почему. Если их всего лишь две, то... Ну да, то есть это примерно было там 90 на 10, если в процентном соотношении как-то так и так далее. И это тоже как бы уже о многом говорит, потому что если мы пишем гендерный блок, да, там по, блок по гендерной политике, но при этом не соблюдаем гендерный баланс и гендерную представленность в самой группе, то как это возможно и так далее. То есть для меня в этом смысле, я повторюсь, очень важно это как раз-таки как проходит процесс, весь этот конституционный процесс написания, вынесения предложений, внесения правок по итогам предложений, кто включается в этот процесс, каков регламент и так далее. Вот это все имеет огромное значение, потому что это все, собственно, про демократию как процесс.
Хорошо, хорошо. Спасибо, Юля. И мы тогда плавно переходим как раз к гендерному вопросу. Один, что, может быть, я бы хотел додать еще ось по теме Конституции. Но, насколько я ведаю, процесс был открытый, и он еще не завершен. То есть тут там не было обмежевания, и, в принципе, представники любых политических и громадских групп могли долучиться до написания и до оценки, до анализа этого проекта. В целом, так и каждого с особенных разделов, тому я раю просто утягнуться в этот процесс, бо питание в том, что мы не будем иметь шмат часу, коли перемены в Беларуси отбудутся. Они могут быть настолько худкие, что нам доведется просто день и ночь с нуля перелопачивать не только Конституцию, а и велизарную колькость законодавших актов, которые были створены за часы правления Лукашенко. И лепше этим займаться зараз, покуль, ну, хоть некий час мы маем. Хорошо. Да, я согласна. Спасибо. Я можно тоже отреагирую. Я все-таки, опять-таки, настаиваю, что процедуры имеют огромное значение, они должны быть включены в этот процесс в первую очередь, чтобы всем все было понятно. Действительно, включаться, приглашали и так далее. Здесь ничего не могу сказать против. Но, например, и опять-таки мы отправляли это письмо от фемгруппы Анатолия Лебедьской, не получили на него ответа. Каковы были процедуры дальнейшие? Да, вот, ну, например, сделали предложение. Ну, я не знаю, там где, в комментариях их на Ютубе или еще где-то, какая дальнейшая процедура согласования этих предложений и так далее. То есть, когда есть все-таки какой-то регламент, ты видишь, как это работает, это действительно демократический процесс. То, как это будет происходить в Новой Беларуси, никто не может сказать на 100% точно, будет на это много времени или мало и так далее, но это очень важно делать сейчас и делать это в будущем. Спасибо, Юля. Да, будем переходить к следующей теме, гендерной. Здесь, Юля, конечно, как рыба в воде. Я думаю, что ты можешь на этот вопрос отвечать очень долго, и попрошу тебя заранее отвечать на него не очень долго, чтобы мы все успели, вложились. Но вопрос звучит так. Какими вы видите приоритетные темы в гендерной политике Беларуси на ближайшие 5 лет? Ну, я бы начала все-таки с не ближайшие 5 лет, а с перспективы, с которой мы исходим сейчас, назовем это так, точка ноль. И в этом направлении, конечно же, да, и я лично, и мы в фемгруппе, в более широком фемсообществе работаем еще с, ну, конечно, если брать раньше, то вообще много лет с момента независимости Беларуси, но если брать точку отсчета 20-й год и создание фемгруппы, то мы с предложениями о... Во-первых, в движении гендерной советницы в офис Светланы Тихановской пришли еще осенью 2020 года, так же, как и то, чтобы гендерная повестка и принцип гендерного мейнстриминга, то есть включение во всю работу демократических сил, в том числе офиса, был бы приоритетным и очень важным. И мы продолжаем в этом направлении работать, так же, как и вовлечение большего количества женщин в политику, чтобы их голос был более представлены, более услышанным, чтобы они принимали участие как раз-таки вот в этой вот сфере, где есть влияние, где есть власть, где есть доступ к этому. Я могу сказать, что в каких-то моментах мы преуспели, ну, например, даже то, что на конференции «Новой Беларуси», опять-таки, когда я выступала с речью и снова напомнила про то, о чем мы говорим уже 2 года, было сказано Светланой Тихановской, что да, теперь мы это понимаем, и мы будем стараться привлекать больше женщин, например, там, в новый состав кабинета, и мы уже увидели, как этот процесс идет, то я могу сказать, что да, еще один очень важный момент, который сейчас есть. Я включена в состав новой контактной группы в Совете Европы. А это орган, который как раз-таки имеет огромную экспертизу, огромный потенциал экспертный, наработанный годами в теме демократических институций, их развития, становления и так далее. И в том числе очень много работает Совет Европы и с гендерной тематикой. И поэтому, поскольку там есть теперь отдельное направление в нашей контактной группе, которое будет по этому работать,
Я думаю, что дело будет двигаться все дальше и все лучше. Это если говорить про то, что мы делаем сейчас. Если говорить про перспективу 5 лет, то, ну, опять-таки, нужно понимать, про какую, например, страну мы говорим. Если мы говорим про новую Беларусь, если представить, что вот она сейчас уже у нас есть, то, конечно же, это законодательство в первую очередь, потому что недостаточно закрепить в Конституции, что женщины и мужчины, например, равны в своих правах, как, собственно, было и в Конституции 1994 года, и в других конституциях, но на деле это не работало. Должны быть определенные законодательные акты. В первую очередь, конечно же, закон о противодействии домашнему насилию, который так и не был принят и был лично заблокирован Лукашенко. Это, конечно же, отдельное законодательство по гендерному равенству, возможностям равным и все, что с этим связано, или гендерному мейнстримингу. Но в целом я хочу сказать, что на примере других стран, где есть высокий уровень гендерного равенства, который напрямую, кстати, коррелирует с высоким уровнем жизни людей, то это всегда комплексная работа. То есть недостаточно только, например, ввести какие-то законы. Нужно, чтобы это было в сфере образования, начиная с дошкольного, чтобы этим занимались медиа в плане продвижения и выработки общественного мнения и запросов общества на эту, на проблематику гендерного равенства. Нужно, чтобы гендерный компонент был включен, например, в бюджетирование, в экономику, ну и так далее. Потому что гендер так или иначе присутствует в любой сфере жизни общества, будь то экономика, экология, госуправление и все что угодно, потому что, собственно, это про жизнь людей и людей, которые представляют разные социальные группы с своими разными запросами, интересами и потребностями. Хорошо. Спасибо, Юля. Мы поняли очень подробно от эксперта в этом вопросе. Юрий, что вы думаете? Можете просто согласиться с Юлей. Я думаю, что здесь сложно будет что-то новое добавить. Так, это была бы великая тема, но тем больше, что нема особливых и у нас разыходжений. Я хотел бы узгадать, что «Рух за свободу» еще, по-моему, годов 7-8 тому удельничал у распрацовцы национальной гендерной платформы. Наши представники, тут можно хоть з каўніцы удзельнічалі ў працоўных групах. Таму тэма, якая нас, канешне, цікавіць, і перадусім, калі мы гаворым пра новую Беларусь, пра тыя змены, якія павінны адбыцца, это змены, якія будуць тычыцца пытання роўнасці рэальнай, не той паказушнай, якая ёсць і ў сучасным законадаўстве рэжыма Лукашэнкі, але, ну, напрыклад, роўны доступ да рынка працы, роўныя магчымасці ці правы на атрымання заробкаў і шэраг іншых пытанняў. Той же самы гвалт у дачыненні да неабароненых групаў, это тое пытанне, якім абсалютна не займаецца сённяшняя Беларусь, хаця гвалт, канешне, тут ўжываецца направа і налево, але ёсць пэўныя групы, якія нават у дэмакратычных сістэмах патрабуюць дадатковай абароны. Дякую. Дякую, Юрий. И тогда перейдем к экологии. Что вы думаете, есть ли у Беларуси возможности для перехода на зеленую энергетику? И если мы переходим на зеленую энергетику, то какие последствия могут быть у этого? Ну, такие возможности завсёды есть, бо в Беларуси можно выкористовывать, напомню, и энергию солнца, и спробы такие были. Так само ветряную энергетику, энергию, якая от откидов биологичных в выгляде газа, які после спаливается, шерах інших. Ну, праца тут не ведется, бо сённяшняе кіраўніцтва робіць стаўку на, падавалася бы, такія простыя рэчы, якія павінны былі б забяспечыць энергетычную безопасность, бяспеку, але тым не менш, якія прыводзяць яшчэ да большай залежнасці нашай краіны, перадусім ад усходняга суседа. Але наколькі гэта рэальна ў сённяшніх умовах рэалізаваць і наколькі хутка, тут мы можам звярнуцца да досведу Заходняя Европа, якая так само своечасово не провела деградацию энергетики.
фармацевтичного рынка. І зараз має велізарні проблеми у связи з тим, що доводиться відмовлятися від російського газу. І ось я сподіваюся, що це якраз таки поштурхне процеси, вони поскоряться. Наявність тих же самих атомних електричних станцій, якраз от як такий підстраховочний варіант на момент кризису, ну, шмат яким країнам допомагає. Але в ситуації з Білоруссю ёмкасть внутреннего энергорынка, она значно переоценена. То есть то, что мы бачим сегодня, это немагчимость нават задзейнічаць магутности тих тепловых электрических станций, тем ліку и новой атомной электростанции, якія побудованы на полную, бо нема кому споживать эту электроэнергию. Спасибо. Спасибо, Юрий. Юля, что ты думаешь о переходе на зеленую энергетику? Ну, я полностью согласна с Юрием в этом вопросе. Это действительно возможно. И более того, есть экологические организации, которые давно работают в Беларуси с этой темой, которые делают исследования, которые делают доклады на эту тему. И еще недавно, как вы знаете, Беларусь была включена в Орхусскую конвенцию, которая как раз-таки про защиту, доступ к информации, к сфере принятия решений и правосудию в отношении вопросов к окружающей среде. К сожалению, по определенным причинам это было связано как раз-таки во многом с строительством АЭС в Островце. И, конечно же, преследованием экологических правозащитников и правозащитных организаций, в частности, закрытие организации КАДОМ. Беларусь вышла из этой конвенции, и последствия для этого, я думаю, будут самые негативные не только с точки зрения экологии, но и с точки зрения экономики. Но до этого достаточно много экологами было сделано исследований на эту тему, которые можно почитать и получить экспертный взгляд, экспертное мнение на эту тему. Хорошо, друзья, вы оба упомянули атомную электростанцию, тогда у меня уточняющий вопрос. Так что все-таки нужно с ней сделать? Ее нужно закрыть, она должна продолжать работать, что с ней нужно сделать? Куда девать энергию и как утилизировать отработанное ядерное топливо? Юрий, давайте с вас начинать. Ну, на сьогоднішній момент, напевно, нічого не можемо зробити. От літерально, напевно, сьогодні прочитав новину, що після довгого простою був запущений знов у систему перший блок. Невідомо, як довго він протримається, бо окрім того, що нема споживців, які б користались цією електроенергією, можуть узникнути і інші проблеми. І, напевно, тут ті рішення, які будуть прийматися, вони будуть продиктовані якраз таки економікою, бо консервація АЕС або розборка її ось до нульового стану – це велізарні затрати, які просто на сьогодні не потягне ні лукашенківський режим, ні нове керівництво, яке з'явиться в Білорусі. Тут хіба що можна тільки при міжнародній підтримці приймати якісь рішення про закриття і деконструкцію цієї станції. Тому питання буде складено і буде, напевно, вирішатися вже з уліком існуючої ситуації, коли до цього можна буде питання приступити практично. Дякую. Я здесь, опять-таки, буду апеллировать к мнению экспертов. И да, я согласна с Юрием, что действительно этот вопрос будет решаться и, во-первых, с привлечением, я имею в виду в Новой Беларуси, с привлечением экспертов из МАГАТЭ. И я надеюсь и думаю и верю, что с привлечением, конечно же, тех экологов, экологических правозащитников и активистов, которые, и я хочу это особо подчеркнуть, темой
строительства АЭС в Островце занимались последние там, почти, наверное, уже 20 лет, то есть 2005 года. Они, была целая антиядерная кампания, в которую входила и партия «Зеленые», и правозащитные экологические организации, и ядерщики, физики, ядерщики и так далее, которые обращали внимание на то, с какими нарушениями проходит согласование этот процесс, как, потом с какими нарушениями проходило это строительство. И если вы помните этот момент, да, когда вот начали делать запуск и потом снова отключать. И я, когда читала информацию на эту тему, то вот узнала, например, что каждый день простоя этой атомной станции для Беларуси стоил 2,3 миллиона долларов. И в совокупности это вообще огромные деньги. Если процитировать мою коллежанку Ирину Сухи из Экодома, то она однозначно говорила, что нужно закрывать, потому что не только нарушения, которые были выявлены, но и тот уровень репрессий, который есть в стране, он не позволяет, например, доверительно относиться к заключениям представителей государственных структур, которые с этой темой работают и так далее. Поэтому мы не знаем вообще всей, даже не то, что всей информации, я думаю, что даже какой-то очень малой информации мы владеем, и поэтому, да, конечно же, с этим нужно будет и придется каким-то образом разбираться и действовать в будущем. Хорошо, друзья, тогда перейдем от экологии к экономической политике. Поддерживаете ли вы идею универсального базового дохода? Юрий, мне приходится вызывать. Альбо можем просто по черзе. Ідея базового доходу, вона не нова, і певна апробація вона пройшла і у демократичних розвитих економічно країнах. Тут мені згадується ті рішення, які могли би бути прийняті у Швейцарії, але вони прийняті не були. На референдумі, наскільки пам'ятаю, коля 77% швейцарців проголосувало супроти такого введення, бо фактично це з'являлось би тільки переформатуванням соціальної політики держави, бо значна частка швейцарців має доход значно вищий за ту суму, яку могла би дотувати держава в рамках ось цього базового гарантохода, і відповідно ці гроші просто би здималися з тих, хто працює, тих, хто заробляє, на користь тих, хто праці не має. Ну, це можна і так реалізовувати іншими інструментами. Тому вирішили все ж таки відмовитися. Я думаю, що для Білорусі це питання ввогулі поки не стоїть, бо тут справа не тільки в економіці і в відсутності ось цих вольних сродків, які можна таким чином переразмірковувати, але і у необхідності мати певну мотивацію для громадян, яке повинно пройти все ж таки реальну школу життя у нормальних капіталістичних умовах. То, що зараз є, нельзя назвати у Білорусі прикладом ринкової економіки по західньому узору, поки люди не навчаться знаходити себе у таких умовах, заробляти самостійно, мати некую ініціативу і дякуючи цьому просовуватися там і по кар'єрній лесвіці, і мати більше грошей, вони не вийдуть з цього взагалі бідності. Тому треба, напевно, йти тут уже слідом за цивілізованим світом, який пройшов свій шлях, а Білорусі цей шлях тільки бачиться напереді. Дякую. Юрий, Юля, что ты думаешь? Поддерживаешь ли ты идею универсального базового дохода? Да, в целом, как идею я поддерживаю. И Юрий упоминал здесь эксперимент, вернее, эксперимент, а то, как это было апробировано, например, в Швейцарии, но есть и другие страны, которые, в которых это также
проходили такие, скажем, пилотные проекты, которые были, которые привлекали внимание людей к этой проблеме, не столько проблеме базового дохода, а, конечно, проблеме именно, почему, собственно, была предложена эта идея, это как один из и очень важных и таких надежных инструментов, которые могут помочь справиться с сохраняющейся бедностью и неравенством, которое особенно усиливается в связи с развитием технологий и, соответственно, упражнению рабочих мест для людей. Ну и переформатированию в связи с этим рынка труда, который сейчас уже, конечно, отличается от того рынка труда, который был там 20 лет или даже 10 лет тому назад. Именно поэтому я думаю, сама идея, как бы, она же появилась достаточно давно, то есть еще в 80-х годах, а потом стала развиваться в 90-х, но, наверное, такое большее распространение появилось именно в начале 2000-х, особенно там 2010-х и так далее. Опять-таки из-за того, что во всем мире и, в частности, в европейских странах стала расти вот эта вот разница между, да, когда богатых становится все больше и, соответственно, бедных тоже. То есть богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее. И я знаю о том, что я читала об этом, что вот такие пилотные проекты базового дохода, например, в таких странах, как Намибия или Индия, были довольно успешными и способствовали продвижению, как бы, с одной стороны, дебатов на эту тему, а с другой стороны, большему информированию и просвещению относительно этого, потому что эта тема в том числе вызывает очень много фейковых новостей и очень много манипуляций, особенно со стороны праворадикальных, скажем так, политических сил, и особенно которые являются очень сильными популистами. Спасибо, Юля. Дина, я хотел бы додать. Угу. Дина, что хотел бы додать, накольки памятую, коли не помиляюсь, в Намибии это было за кошт внешнего спонсорства, и была обрана группа, на самом деле, бедных людей, которые имеющие такой доход, имели возможность робить долготерминовое планование. То есть тут уже люди не думали про завтрашний день, але яны могли думать про то, как полепшить адукацию, как подрихтоваться до некой новой працовного места. Конечно, их это сприяло. Но вот в ситуации с Беларусью я просто не уявляю, кто на себе может взять такую отказность, подтримливать белорусов, выплачивать вот эту ренту, каб яны пэўны час рыхтавалі себе до нечего большего. Напомню, нам доведется все-таки опираться на властные силы, и тут я бы поставил все-таки приоритет это отбудову нормальных рынковых экономичных инструментов, которые допомогут после любому громадянину фактично зараблять самостоятельно на властное житие. Да, я согласна с Юрием, но не всегда... Понимаете, это тоже вопрос очень большой, как будут выстроены именно эти рыночные механизмы, да, насколько они позволят это. И опять-таки вы сами подчеркнули, и это очень важно, действительно, вот с этим экспериментом на Мими, например, что базовый доход – это не только про просто вот дать какую-то сумму денег, но и про другие аспекты этого. Дякую за докладнение по Намибии, Юрий. И мы тогда перейдем к еще одному вопросу из этого блока. Это как обеспечить приватизацию в интересах всего общества? Ну, питание такое, ці ёсць, что приватизовать. Конечно, у нас громадный перекос на корысть державного сектора экономики. У нас велизарная колькасть предприемств находится под контролем державы, але это уже тягнется с 90-х. Приватизация так и не была проведена, и поступово эти предприемства приходят в занепад. И то, что новое появляется
у Беларусі, як правіла, гэта прыватныя інвестары, гэта больш сучасныя тэхналогіі, гэта ўсё развіваецца. Я просто тут ну, думаю, што мала каму вось гэтыя старыя актывы будуць патрэбныя. Хутчэй трэба думаць пра прыцягненне новых інвестыцый і стварэнне новых прадпрыемстваў, альбо нават не прадпрыемстваў, бо ўвесь свет паступова ад гэтага адыходзіць, трэба укладацца ў тэхналогіі, укладацца ў навуку, адукацыю, і гэта дапаможа беларусам мець нармальна дзеючую эканоміку, якая будзе забяспечваць патрэбы краіны. А што да прыватызацыі, тут хіба што, канешне, гэта пытанне павінна рэгулявацца законам, і калі ёсць яшчэ нейкія прыватывы, якія не павінны належаць, ну, ці не належаць сферы натуральнай дзяржаўнай манаполіі, то яны могуць быць выстаўленыя на продаж, і я спадзяюся, што якраз такі роўныя мовы перадусім не толькі для беларускіх інвестараў, але для замежных інвестараў будуць спрыяць таму, што гэтыя актывы будуць пасля эфектыўна выкарыстоўвацца. Спасибо, Юрий. Юля, что ты думаешь про приватизацию в интересах всеобщества? Да, я хочу сказать, что здесь опять-таки, чтобы приватизация была, проходила по определенным механизмам и процедурам. Это, как я уже и говорила, это всегда очень важно в любом демократическом государстве, в демократическом обществе. Потому что на сегодняшний день приватизация в Беларуси тоже ведется, но она не является прозрачной, поскольку существуют, например, есть аукционы, конкурсы, но есть и прямая продажа по согласованию с президентом. Да? Когда в целом мы, до нас доходит какая-то информация через медиа о том, что какие-то сделки осуществляются, но мы не знаем ни того, в каком виде, как происходит и так далее, и какие есть от этого, например, бенефиты тем, кто является инвесторами или тем, кто приобретает, и какая польза от этого, например, государству и, соответственно, людям. Поэтому если приватизация будет проходить по условиям тендеров, да, аукционов, конкурсов, которые будут иметь очень четкие понятные, прозрачные механизмы, процедуры, где будет видно, опять-таки будет конкурс, да, на основе определенных заявок, то я думаю, что вот это тот механизм, который может работать. Хорошо. Спасибо, Юля. У нас осталось два вопроса и дальше коротенький блиц. Должна ли Беларусь быть социально ориентированным государством? Не могу сказать оставаться, потому что есть большие вопросы к тому, насколько она сейчас является социально ориентированным государством, но должна ли она быть социально ориентированным государством? Ну, я начну. Я думаю, на мой взгляд, да, и очень правильное замечание Жени, что ты сделала, потому что я очень часто спорю на эту тему, особенно с теми, кто не из Беларуси, но и из Беларуси в том числе, когда мне говорят о том, что, ну, ваше социально ориентированное государство, потому что там ваш президент постоянно об этом говорит и декларирует это, и у вас там, значит, и так сделано хорошо, и этак, и так далее. Но на самом деле здесь очень важный момент как раз-таки, что это декларируется, потому что социально ориентированное государство лично для меня, и это такая ролевая модель и образец, который можно брать за основу, это не значит, что абсолютно все должно и будет делаться так, как происходит там, но я говорю в данный момент, например, о Швеции, потому что поддержка социальных групп со стороны государства, социально уязвимых групп в первую очередь, обязательно должна быть. И вот по этому поводу я хочу привести такой конкретный пример, который недавно, когда я читала новости из Беларуси, меня очень задел. Женщина, которая, у нее есть болезнь довольно редкая, СМА, то есть спинально-мышечная атрофия. Людей, которые болеют такими заболеваниями, не очень много, но самое главное, что лекарства для людей с такими заболеваниями стоят очень и очень дорого.
И вот поскольку государство и многие страны берут на себя именно вот эти вот обязательства для того, чтобы закупать эти лекарства и предоставлять, обеспечивать ими людей, то она направила как раз-таки письмо в Министерство здравоохранения о том, чтобы вот спросить о возможности финансовой помощи для покупки необходимых лекарств, на что получила ответ, что ну, примерно такого содержания из разряда, знаете, у нас недостаточно. То есть все, что мы сделали со своей стороны, мы уже сделали, а еще что-то, это, пожалуйста, за ваши средства, привлекайте спонсоров, доноров, там, делайте какие-то благотворительные сборы, но мы, наша экономика это не потянет. И вот когда я вижу, как в стране, например, экономика может потянуть, ну и понятно, что это связано с определенным политической волей тех людей, которые узурпировали власть, да, в Беларуси, когда тратятся огромные деньги, например, на силовиков или пропаганду, но у нас нет денег на поддержку людей, то, конечно, ни о какой социальной ориентированности речи не идет. Это всего лишь один из небольших примеров того, что долгие годы это был такой миф очень сильный, который поддерживался о этой социальной якобы ориентации и чуть ли уже не построении социализма в лукашенковской Беларуси, что было опять-таки такой больше декларацией, декорацией. И мы знаем там и про отмену льготов для, например, ликвидаторов чернобыльцев и там других категорий населения и так далее. То есть примеров очень много, как это было декларировано, но не работало. Спасибо, Юля. Юрий, что вы думаете? У нас Беларусь хоча быць у коле дэмакратычных цывілізаваных краінаў, яна павінна праводзіць уласную сацыяльную палітыку, падтрымліваць тыя ўражлівыя групы насельніцтва, якія ёсць, даваць магчымасці базавыя і па адукацыі, па доступу да медыцыны, падтрымліваць людзей, якія не ў стане самастойна, можа быць, нейкі перыяд зарабіць сабе на жыццё, і гэта павінна быць не тыя выплаты здзеклівыя, якія зараз ёсць, гэта павінны быць сродкі, якія дапамогуць чалавеку знайсці новае месца працы. Сацыяльная палітыка ж мае вельмі шмат аспектаў, ну, адзінае, можа быць, у чым яна можа адрознівацца ад таго, што зараз робіцца альбо хутчэй дэкларуецца. Ну, напэўна, ўсё ж такі нам давядзецца перайсці да страхавой медыцыны, бо тая сістэма медычнага забеспячэння, якая ёсць зараз, яна неадпаведная, яна не дае магчымасці аказваць якасныя медычныя паслугі і не дае магчымасці выбару, бо як вы бачыце, от тыя медцэнтры, якія ў Беларусі дастаткова паспяхова развіваліся апошнія 10-годдзі, мелі ўжо сваё кола сталае кліентаў, яны паступова зачышчаюцца, ну і гэта звядзе да зніжэння якасці паслуг у цэлым медыцыне. Бо нават адсутнасць гэта таксама і ў гэтай сферы гэта ўсё дрэнна. Таму тут будуць перад намі стаяць пытанні пра правядзенне рэформаў, ну, не толькі з сферы медыцыны, ну, напэўна, шмат якіх іншых, каб ад дэкларацыі перайсці да рэальнай падтрымкі і да рэальнага забеспячэння якаснымі паслугамі. Спасибо, Юрий. И мы заканчиваем нашим последним вопросом перед блицем. Это вопрос по поводу внешней политики. Хочу услышать ваше мнение, что нам нужно оставить таким, как сейчас, какие направления во внешней политике, а что нам лучше поменять. Давайте, Юрий, с вас начинать. Так, я тут выказал бы, напэўна, пазіцыю руха за свабоду. Гэта хіба адзіная такая грамадска-палітычная арганізацыя ці палітычны рух, які ад моманту стварэння заўсёды казаў, што месца Беларусі ў сям'і еўрапейскіх краінаў, наша месца ў еўразвязі. І на той момант гэта былі непапулярныя тэзы, бо чуліся галасы з іншых, у тым ліку дэмакратычных палітычных партый, што без Расіі мы нікуды не дзенемся, альбо з крайнім выпадку нам
трэба мець нейтралітэт, але паглядзіце на тую сітуацыю, якая ёсць зараз. Усё стало, ну, тут да мяжы зразумела. І Беларусь толькі можа забяспечыць уласную безопаснасць і мець нейкі росквіт, калі яна будзе ў шчыльнай супрацы краінамі Еўрапейскага саюза і перспектыве сябрам Еўрапейскага саюза. Гэта ж самае тычыцца і ваенных блокаў. Это азначае, што выхад з АДКБ, скасаванне ўсіх падпісаных дамоў пра палітычныя і эканамічныя стасункі з Расійскай Федэрацыяй, бо яны нам не выгадныя, яны ставяць нас у велізарную залежнасць, і мы бачым, як сёння, дзякуючы гэтым дамовам і пазіцыі кіруючага рэжыма, Беларусію маніпулююць. Можа быць, Расія праз нейкі час пройдзе свой шлях і там тое, што зараз робіцца ў галовах і кіраўніцтва і большасці грамадзян, яно зменіцца на адваротнае, можа быць, і гэта краіна вернецца калісьці ў цывілізаваны свет, но ў бліжэйшай перспектыве Беларусі, каб выжыць, каб захаваць незалежнасць, трэба ісці на максімальна шчыльнае супрацоўніцтва з цывілізаванымі дэмакратычнымі краінамі, Європай, США. І такая у нас з'явілася. Так, от праціўнікі падобных рашэнняў казалі заўсёды, а куды мы падзенемся ад Расіі, мы залежны эканамічна, а ў скрайняй сітуацыі яшчэ можа быць нейкае і ваеннае ўмяшальніцтва, каб утрымаць Беларусь сферы сваіх інтарэсаў. Ну, менавіта в той момант, калі Расія прайграе развязанай ёй вайне, я веру, што гэта адбудзецца, адбудзецца дастаткова хутка, перад Беларусію з'явіцца шанец, бо Расіі будзе ўжо ні да каго, яна будзе займацца вырашэннем уласных праблемаў. Дзякуй, Юрый. Юля, што думаеш па поводу знешняй палітыкі? Што оставім, што не оставім, што разбурім? Ну, я думаю, что война в Украине как раз-таки очень хорошо и явно продемонстрировала нам, и не только нам, но и европейским странам о том, что нельзя верить диктаторам, нельзя с ними договариваться, потому что они все равно поступают в собственных интересах и исходя из собственных выгод. И да, долгое время существовал миф действительно такой о том, что Беларусь без России никак не обойдется. Собственно, так же, как и в Европе, был такой же миф о том, что без, например, российского газа мы не выживем и так далее. Но теперь оказывается, что все это в экстренном порядке можно переформатировать и без этого можно обойтись. Да, это затратно. Да, это на это потребуется время, но все возможно. И я думаю, что внешняя политика наша должна быть, конечно же, в первую очередь политикой добрососедства с европейскими странами, с нашими соседями. Я имею в виду в первую очередь, конечно же, Украину, и нам придется, да, выстраивать с ней отношения после того, как война закончится. Я тоже, как и Юрий, верю в то, что она закончится победой Украины и проигрышем, соответственно, России. И нужно будет эти отношения, которые сейчас пытаются, да, демократические силы каким-то образом выстраивать, нужно будет это также делать, потому что так или иначе, да, мы будем нести коллективную ответственность за последствия того, что сейчас происходит, даже если мы не несем коллективной вины. Те люди, которые не поддерживают это и более того стоят на стороне Украины. Ну и я хочу здесь также поддержать вот тезис, который недавно высказала Светлана Тихановская о том, что должно быть больше Европы в Беларуси, больше Беларуси в Европе. И вступление в будущем в состав Европейского Союза, конечно же, в первую очередь вступление в Совет Европы, подписание всех конвенций, которые для этого потребуются, и соблюдение их в первую очередь. И я думаю, что мы действительно, я даже не думаю, я верю в то, что мы действительно часть большой европейской семьи и должны выстраивать и соответствующую внешнюю политику в новой Беларуси.
Пусть так и будет, друзья. Ну что ж, мы закончили с 10 вопросами. Сейчас перейдем к короткому блицу, который я почему-то анонсирую всю передачу, как будто это что-то невероятное. Вы, может быть, сейчас будете разочарованы. Короткие вопросы вам не обязательно их расшифровывать. Вы просто можете мне отвечать да или нет. Итак, ваше личное отношение к абортам. За аборты или против абортов? А, да, за, конечно. Это право женщины, репродуктивное право. Юрий? Так, я так само лечу, что женщины повинны иметь право принимать решения самостоятельно и незалежно от того, какие есть думки у інших громадян, які, наприклад, представляються некие там релігійні групи і так далі, это не повинно порушать права женщин. Отлично. Вот бы вас еще и в Польше услышали. Было бы неплохо. Армія контрактная или призывная? Контрактная. На даний момент призывная, в перспективе контрактная, бо все ж таки, як ми бачимо ситуацію в регіоні, напевно, мужчини повинні мати, ну не тільки мужчин, до речі, і жінки повинні мати можливість призову підрихтовку, це спотрібиться і для оборони Білорусі, для оборони країни, ну і для персональної оборони. А є ще варіант відповіді альтернативний? Вы можете его предложить, Юля, да, без проблем. Ну да, то есть контракт альтернативной армии, как бывает, когда ты можешь проходить службу, но не обязательно воинскую. Угу. Хорошо, смертная казнь. Полная отмена смертной казни или мораторий? Полная отмена, безусловно. Нету даже других вариантов лично для меня. Так, я так само однозначно супрать применение смертного покарания. Добро. И последнее. Республика Беларусь – это парламентская республика, президентская республика или смешанная? На переходный период худшее за все президентское, бо нема у нас, на жаль, досвиду парламентаризма, его треба еще будет выращивать и не одну каденцию, но в перспективе смешанная президентская республика. В будущем я видела бы как парламентскую, но на первом этапе становления я думаю, что у нас будут выборы президента. Хорошо. Спасибо, друзья. Тогда мы можем заканчивать. У нас сегодня отвечали на мои вопросы. Спасибо, что пришли и что ответили. Юлия Мицкевич, гендерная экспертка и соосновательница фемгруппы КС, и Юрий Губаревич, председатель движения «За свободу». Меня зовут Женя Сугак. Мы увидимся с вами в следующую среду, где я буду задавать такие же вопросы. Надеюсь, что они вам еще не надоели, потому что люди будут другие, и ответы у них и мнения, соответственно, тоже. Доброго вам вечера и пока-пока. Всем пока.